Этим людям нужно быть в центре внимания, но при этом они дружелюбны. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Нередко окружающие не понимают и даже сторонятся их, упрекая в скупости, равнодушии и надменности. Но такое впечатление – лишь результат их врожденной интеллигентности и чувства собственного достоинства. Окажущаяся холодность и отстраненность по отношению к окружающим – лишь формы бессознательной самозащиты. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Обладатели этого имени всегда беспокоятся о будущем и отличаются достаточной практичностью. Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Эти люди должны изменить свое отношение к миру и обратить внимание не только на материальные, но и на духовные и интеллектуальные аспекты человеческого существования. Должны проявлять больше человечности, великодушия и понимания к окружающим. Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Нередко эти люди оказываются в центре внимания, щедро пользуются своим положением для извлечения выгоды. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Им, как воздух, требуется впечатление, возможно, застенчивость. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Они любят делать других людей счастливыми. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.